Всем привет! С вами канал Art Mania. И мы приехали на даче. Собираем малинку. Я собираю ее в ротик. Бабуля уже тут пособирала. Остатки я собираю. Я люблю с куста. Здесь соседи заборчик поставили. И вот он наш сад. Вон он там. Дима лежит. Идет. Идет, чем-то занят. Как всегда, палочка. К ванне. Как всегда, к ванне побежал. Дима у нас перешел на молоко вечернее теперь. Крепыш мы покупаем. Смесь больше не пьет. Дима отказался. Уже нет такого ажиотажа, слава богу. Вот, мы больше смесь не покупаем. Теперь покупаем молочко. Диме уже 2 года будет через 2 недельки. Вот, опять же, это видео выйдет с опозданием. Вот. Красная смородина у нас, кстати, смотрите. Угу, закусилась. Ее я не люблю, кстати. Не нравится она мне. Может быть, морсик из нее, наверное, получится. Попробуем с вами. Птички поют. На даче хорошо. Сегодня не так жарко. Так, собираю я яблоки. Вот видите, тут ветка. До земли вот чуть-чуть уже осталось. И очень тяжело, яблочки вот уже выросли. И так, вот. Здесь по 2 яблока, я одно снимаю. Вот это вот будет поменьше. Я его снимаю, выбрасываю его. Вот здесь вот тоже, здесь аж 4. Одно снимаем. Так вот. Здесь тоже, вот оно. 2 яблока, видите? Это большое, это поменьше немножко. Маленькое, значит, ей сил не хватает. Оно даже само, кстати, вот оторвалось. Ей сил не хватает. Она его снимает. Бросает потом. Здесь вот это вот. Их можно выкручивать просто. Вот так вот. Здесь тоже. Они потому что все равно не вызреют. Вот, кстати, на это у меня был отдельный ролик есть на канале, где я все это рассказываю. Идем по следам пройдем, Дим, наступай, наступай. Так, молодец, теперь сюда. Молодец, молодец. А теперь смотри я, Дим. Дим. Ну давай, иди. Да он не смотрит. Я смотрю. Дим, смотри, я иду как по твоим следам. Дим, смотри. А Дима умеет пройтись? Проходи. Идем, Дим, давай. Смотри, Дим. Теперь же мне рисовать надо. Некогда мне. Топ, 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 топ. Тили топ. Дима топает. Топ-топ. Ножками, ножками. Садись на мячик. О, сел, Дима. Опа. Садись на мячик. Белые майки мы на даче. Да? Вот так. О!
Ну что ты не сидишь на нем, Дим? Короче, занялась я лечением деревьев. Тут мы с вами в прошлом году лечили его. Это вот глина старая. Ее нужно снять. Глина вместе у него вытекает смола. Вместе с смолой. Все это снимается по возможности. Оно опять болеть начало. Все это вот так соскабливается. Тут тоже вот оно все вместе уже. Я уже почистила два дерева. Вот третий. Здесь еще добавку вот муравьи. Вон они тут лазят. Старая кора. Ее можно отодрать. Сам кушает. Вот, все. Не торопись. Не спеши. Понемножку кусай, Дима. А то подавишься. Понемножку кусай. Понемножку кусай. По чуть-чуть кусай. И не торопись, он никуда у тебя не убежит, банан. Ой, не проглотил.